В Китае разработали концепцию автобусов, которые смогут быстро доставлять пассажиров до нужных остановок, несмотря на уровень трафика и количество пробок на дорогах. Все дело в том, что эти автобусы будут двигаться над дорогами. Пекинская компания Transit Bus Explorer разработала концепт-проект такого надземного автобуса. Представители фирмы считают, что их новый вариант общественного транспорта не только поможет пассажирам избегать пробок, но и ослабит загрязнение воздуха в Китае. Автобус достаточно широк, чтобы покрыть собой сразу две полосы движения. Он должен перемещаться по двум дорожкам, закрепленным по обе стороны улицы. А под автобусом смогут проезжать автомобили и грузовики до 2 метров высотой. Автобус может передвигаться со скоростью до 60 км в час и перевозить одновременно до 1400 пассажиров. Представители китайского телевидения говорят, что один автобус Transit Bus Explorer сможет заменить до 40 обычных автобусов, сэкономить до 800 тонн топлива и снизить количество выбросов углекислого газа почти на 2,5 тонны в год. Главный инженер автобуса Сонг Южоу сообщил журналистам, что система будет экономить дорожное пространство по аналогии с метро, но при этом стоит на 16% дешевле. Также он отметил, что построить систему передвижения с такими автобусами проще, нежели построить метро. В Китае подобные идеи уже звучали, так что это не первая попытка китайцев внедрить в свои города такие виды транспорта. Однако, согласно отчетам журналистов, на сей раз к наддорожным автобусам уже проявили интерес некоторые представители властей Китая. Тестирование этих автобусов начнется уже этим летом.